Из Владимирской Росгвардии уволили Алфию Мокшину. Ей уже найдена замена. Приказ о назначении подписан, но имя нового начальника пока официально не называется. Напомним, Алфия Мокшина подозревается в получении взяток. Якобы через посредников 2 приема она получила от своих подчиненных 40 тысяч рублей. Мокшина успела посидеть в СИЗО, а сейчас она под домашним арестом. Ей на смену приходит Алексей Степанов, командир Ивановского ОМОНа. Официально об этом будет объявлено, когда Степанова представят подчиненным.